никакими физическими тренировками человек никогда не возвышается духом. Только нравственное. Посмотрите на Дальний Восток и поймете, что это такое. Вся их система обучения и тренировки, все покоится исключительно на нравственной тренировке. Иначе духовно человек не может возвышаться. Духовно возвышает только нравственная тренировка. Только лишь. И вот когда ты хочешь нравственно подняться, одно дело искусственной тренировки, это другое дело. Но когда ты хочешь духовно подняться, вот Бог тогда тебя духовно поднимает, если ты заслужил это нравственно.